У нас начался третий день. Мы видим, что в хороших кондициях сейчас Михаил находится. Расскажи, чем ты сегодня позавтракал, как выспался? Выспался неплохо. Можно было чуть-чуть лучше, чуть-чуть дольше, но это мы, наверное, компенсируем днем. Позавтракал макароны вчерашние, зашли хорошо, мы их сегодня вареньем разбавили. Да, еще такой момент, бабушка в Ясногородке, там где мы останавливались на обед, любезно нам приготовила их, помогла приготовить на молоке. Спасибо людям, можно проситься, за спрос у нас не бьют. Так что вот как-то обогатилось. Домашним молоком, которое родители мои передали, оно еще не скисло, да, вот они там досуществуют еще. Никаких предпочтений таких к спортивному питанию, в основном хочется чего-то такого домашнего, приземленного, вот и кушаем. Сейчас активная растяжка и потопаем уже на Вышград. Потихоньку определимся с точкой промежуточного обеда. В общем-то все как и вчера. Какой опыт со смазкой, с вазелином? Надо использовать, понатирала везде, даже в местах, где, в общем-то, и не планировалось по натиранию. Да, там, где швы. Там, где швы, да, тут ставка идет большая, плавучести. Ну, исправим, наверное, да? Промажем все соединения, как говорится. Часы натирают. Сейчас будем экспериментировать, как-то их подстраивать, может, на костюм действительно. Да, можно на костюм, можно потуже их затягивать на запястье. Ну и, конечно, не с тем, чтобы пережимать кровообращение, но все в меру должно быть. Совершенно правильно. Хорошо. Значит, вчера результат 23. Угу. Постепенный набор, да? У нас. Набираем потихоньку это километраж. Я думаю, выйдем на эту 30-ку. Не будем брать во внимание течение.